Легкоатлетический манеж в Бресте стал спортивной площадкой для 60 ветеранов спорта и физической культуры Брещины, руководителей и активистов городских и районных ветеранских организаций. В 10-й раз спортивный проект, инициатором которого выступает Брестская общественная организация ветеранов физической культуры, проходит при поддержке Управления спорта и туризма Брестского облсполкома. А люди, которые протрудились в области спорта много десятков лет, конечно, хотят поддерживать какой-то свой жизненный тонус. И многие из них уже не работают. Процентов, может, 90-95 уже просто на заслуженном отдыхе. И им хочется общения, хочется встреч, хочется быть в гуще событий, в том числе и спортивных, и не только спортивных. Поэтому эту спартакиаду они всегда с большим нетерпением ждут. Спартакиада «Не стареет душой ветераны» уже давно стала знаковой для тех, кто свою трудовую деятельность и жизнь посвятил спорту и физической культуре. Она собирает вместе тренеров, воспитывавших чемпионов и спортсменов разных лет, учителей физической культуры. Сегодня все они на заслуженном отдыхе, но продолжают оказывать методическую и практическую помощь своим более молодым коллегам, поддерживают спорт и олимпийское движение в регионе. Они всегда рядом, в строю, поэтому не списываем со счетов. Ну и, конечно же, для них тоже какие-то должны быть турниры. Это такой традиционный, ежегодный. В конце года они этого ждут с нетерпением, потому что одно дело, они принимают участие в качестве гостей, когда стоят просто в президиуме, а здесь они вживую могут посоревноваться между собой. Есть еще порох в пороховницах, поэтому есть еще желание заниматься спортом, а олимпийское движение, оно доступно всем. Несмотря на возраст участников, самому младшему за 60, а самому старшему больше 80 лет, спартакиада серьезная. В 6 видах – настольном теннисе, дартсе, шашках и шахматах, бильярде, плавании и многоборье – необходимо выбрать лучших. 12 представителей ветеранского спорта Брещины представят регион на республиканской спартакиаде, которая пройдет летом в Могилеве. А представители спортивной отрасли к любому соревнованию подходят серьезно и ответственно. Вы понимаете? Знаете, стареет что? Тело. А душа не стареет. И кажется, вот все знаешь, уже заслуженный тренер, и все знаешь. Сам начинаешь, сердце бьется, все. Надо, чтобы это все было, как говорится. Конечно. Это даже сам себе что-то доказать. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК ТВ.